Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас должен быть розыгрыш пака самоцветов за третье место по итогам конкурса на Некроса, ссылочка на которую в описании. Я решил дополнительно разыграть еще один пак, который я разыграю вечером. На стриме буду бегать по лабиринту и на стриме его разыграю. Решил немножко изменить правила, я не буду сейчас оглашать правильное количество осколков, я просто зайду и рандомом выберу человека с данного видоса, который был на Некроса. Я не буду говорить правильно, неправильно, самое главное, чтобы у него был репост, подписка и все остальное, я ему просто подарю, ну и как, допустим, компенсацию, то, что немножко изменились условия. Вечером я также разыграю такой же пак. Единственное, что вам нужно будет сделать, это, опять же, иметь подписку на мой канал, чтобы я смог к вам на YouTube-канал зайти и посмотреть, что вы подписаны. То есть, открыта должна быть подписка и репост в соцсеть. Ну и, соответственно, оставить коммент внизу, чтобы я мог с вами связаться и проверить, или вы выполнили все условия. В принципе, ничего сложного. Такой вот у нас сегодня пак неплохой. Вольт, пятый сет психощита, 4 коробки, 2 топовых коробки. Ну, в общем, все по максимуму, как должно быть. Поэтому я надеюсь, те, кто истинные фанаты моего канала, те успеют до вечера это сделать. То есть там у вас есть 7-8 часов на это, я считаю, это нормально. Если не успели, значит так должно быть. Так, ну я себе уже его забрал. В принципе, очень-очень офигенный пак. Так, сейчас, секунду, я посмотрю, что там у нас еще за акции сегодня. Бог Рома есть. Набор модный, 30-дневный, я забрал. Яйца, чары, сокровищница, затрату также есть. То есть до полуночи надо будет это все сделать, и вы сможете забрать. Ну что, поехали. Сейчас будем определять третье место по данному конкурсу. То есть человека, которому я тоже возьму пак большой самоцветов. По сути, он тоже получит, как и второе место, Вольта, возможно, второму месту там будут другие плюшки. Ну, сегодня вот так вот финал. И нам решили сделать пак с Некросом. Ой, тут я говорю с Некросом, с Вольтом, с пятым психом. Ничего не могу сделать, я не против. Так, ладненько, поехали на мой ютубчик. Вот наш конкурс, в котором могут участвовать все платформы. Ссылочка в описании. Для... Давайте сейчас я быстренько открою комменты. Чтобы можно было проверить, или человек не спамил. Одна страничка или несколько. Потому что если я сегодня открою сколько осколков, как бы, ну, это будет немножко несправедливо по отношению к тем, кто действительно сам считал и сидел над этим всем. Поэтому я все-таки решил один пак так разыграть, другой пак как компенсацию вечером. Ну, от вас надо лайк, подписка и репост, и оставить коммент под этим, именно этим видео, что вы все сделали, чтобы я мог вечером зайти во время стрима к вам и проверить это все. Вечером я уже буду на стриме бегать новым героем, пробовать взять топ на китайке, пройти все 50 этажей. Там у меня герои уже подкачались. На этой неделе будет куча видео с китайки по прокачке героев.
Комментариев, как видите, много. Сейчас мы их все откроем. Самое интересное, что у людей настолько разные бывают, я не знаю, то ли так сложно считать, то ли что. Поставил на паузу, добавил, отдохнул, посчитал. Очень разные репосты, но у большинства смотрю плюс-минус правильно. Так. Лучше копирку списать нового комментатора. Ну вот видите, есть некоторые умники, поэтому я и не хочу, чтобы сегодня, чтобы все потом покомментировали и ждали. Выиграют те, кто действительно смотрел. Эти люди, изменено, изменено. Конечно, обнова нас немножко удивит, но обнова того стоит, и сможете некоторые собрать. Без доната смогут наконец-то собрать скины себе недостающие. Я надеюсь, эта акция будет еще продлена, потому что очень интересная задумка, и таким образом они хотят и повысить онлайн в игре, потому что надо будет сидеть, не пропускать и волны, и подземки, чтобы получить. Также можно будет с гоблинов получить, рудокопов этих, которые у нас есть. Так, что там у нас? Насколько мы уже видос затянули? Хочется уже быстренько разыграть и пойти дальше. Видосы записывать по обнове. Я надеюсь, вечером. Вы не провтыкаете, 8 часов, в принципе, это нормальное время для акции. Решил такую акцию сделать сегодня. Связь, репост тут. Ну, то, что напишите, четко условия были. Должно быть, сколько осколков. Репост, подписка. Обязательно открытый на YouTube канале доступ, чтобы я мог увидеть, что подписаны на мой канал. Это основные условия. Ну, как вижу, не ко всем доходит, не все внимательно слушают. Лишь бы так отметиться, а вдруг повезет. Некоторые делали репосты в ВК, в принципе, и там писали, это тоже будет приниматься. Но главное, чтобы у вас была подписка на канал. А тут вам всего лишь надо будет сделать репостик. Репостик, поставить лайк, ну и подписаться на канал, если вы новенький, и сделать открытыми подписки. Все, больше от вас ничего не надо.
И вечером я уже разыграю. Надеюсь, что человек будет, либо успеет, потому что если он не успеет сегодня, то просто ему прилетит пак самоцветов и все. Все. Все, есть. Дошли мы наконец-то до конца комментариев наших. До хренища народа. Так. Вот наша ссылочка. Копировать. Также, ребята, сразу показываю для тех, кто не знает, у меня есть мой ВК. Вот он. По страничке вы можете зайти, вот ВК, я сразу перехожу, чтобы вы видели, моя основная страничка. То есть сюда, если вам не с нее написали, вы можете всегда проверить, либо кто-то там пишет, можете проверить, зайти на канал, оно вам сразу прямую ссылку на меня даст, и проверить сообщение, потому что много разводят. Так, окей, ссылочку мы скопировали, побежали рандомайзер. Почти 14 тысяч просмотров. 1344 комментария. Ой, хорошо поспал. 1658 лайков. Так, ну что, в принципе, поехали. Сейчас выберем победителя. Первого и второго уже вечером. Первому я отпишусь. Может, успеем до вечера зайти. Так, Сявик Ситников. Все есть. Поехали, смотрим. Или подписан на канал. А на канал не подписан. А что ж то так? На кого-то Релинуба подписан. Сейчас зайдем. Может, не все. А, не все подписки показала. Все. Есть. На мой канал подписан. Побежали. Смотрим. Тут, в принципе, репостик у него в Ютубе из лайка стоит. Смотрим дальше. ВК. ВК. Ну, где-то должно быть в начале месяца. Хотя, в принципе, он сделал репост себе на этот, на YouTube канал, это тоже соцсеть считается. Так, сейчас еще раз назад вернусь. Да, вот он. Его репост открытый есть, поэтому не обязательно, ребята, чтобы у вас было оно ВК, конечно, приветствуется ВК, но даже на YouTube, если вы делаете репостик себе на канал, и у вас оно все открыто, это тоже будет засчитываться. Поэтому я ему даю третье место. В принципе, все сделал. У него даже все сложно. Так. Ну, блин, а я тебе написать не смогу. Так, все, тут мы разобрались, давайте сейчас еще через рандомайзер посмотрим, не читерил ли он, ну я думаю, вряд ли. Так, где там наш конкурс на накраса, Ctrl-F, поехали, одна, сейчас сразу проверим по ID-шке. По ID-шке тоже одна, в принципе, все. Вот так вот, ребята,
Победителя я определил. Он все, я считаю, сделал. Количество осколков я даже оглашать не буду, сколько правильно, нет. Вы можете поучаствовать вечером на стриме в розыгрыше следующего пака. Условия вам надо будет поставить коммент под этим видео, сделать также репостик, либо на YouTube, либо на другую социальную сеть, чтобы у вас были открыты подписки, я мог увидеть, подписаны вы или нет. В принципе, все, больше вам ничего делать не надо, оставить свои контактные данные, и вечером уже сегодня мы постараемся достать еще одного. Будете вы на стриме, не будете, это такое, если, опять же, вы не успеете, получите не Вольта, а кого-то другого. Вот так вот, все, пишите комменты, подписывайтесь обязательно. Репостики, лайки, колокольчики, вся херня, я пошел дальше тестировать нового ипового героя. Всем пока.